Конечно, конечно. Да. Я все понял. Встречаю. Здравствуйте. Очень рад. День добрый. Ополев Валентин Олегович, директор автосервиса. Меня зовут Эльдар Шакенович. Мне сказали, что у вас работает хороший мастер. Гений по карбюраторам. Чуть ли не единственный в Москве. Фамилия его Ильин. Ильин. Да. Федор Иванович. Есть такой. Недавно я купил машину, 26-го года выпуска, Испано Суиза. О, поздравляю. Испано Суиза – это чудесный выбор. Но она не на ходу. Говорят, дело в карбюраторе. А когда вы хотите с ним встретиться? Прямо сейчас. Сейчас? А вы знаете что? Давайте сделаем так. Вы скажите, куда его прислать, я сам его приведу. Привезу и передам, что называется, по описи. Ильин здесь. Ильин? Ты что, плохо слышишь или у меня что-то с дикцией? Нет, нет. Ильин здесь. Тогда веди. Да, конечно. Прошу. Господа, прошу за мной. Вот сюда, сюда. Осторожней, осторожней. Ага. Сюда. Вот. Федор Иванович. Федор Иванович, у нас тут к тебе разговор наметился. Ты меня слышишь или нет? Слышу, не глухой. В общем, тут дело такое. Работа для тебя есть срочная. Раритет. Испано Суиза. 26-го года. Там у нее с карбюратором что-то. Ну, в общем, надо одному человеку помочь. Какому человеку? Этому, что ли? Да, занятный персонаж.
Так, ты. Федор Иванович, ты в руках-то себя держи. Ты же знаешь, я занят. У меня с этой копейкой еще дня на две работает. Хорошо, а потом? А потом тоже буду занят. Ты что, не видишь, кто перед тобой стоит? Вижу. Потому и говорю, нет. Сергей, оставь его. Пошли. Я не знаю, как так получилось. Господа, господа, это не... Эльдар Шарханович. Шакенович. Ради бога, простите. Конечно, Шакенович. Вы главное, не сердитесь на него. Понимаете, он просто немножко не в себе. Он что, идиот у тебя? Да, идиот. Совершенно верно. У него просто с головой не в порядке. Он по молодости в Афгане был, воевал, попал в плен. 2 года в Зиндане просидел у маджахедов. И вот теперь бросается на таких, как... Как я, черно... Эльдар Шугенович, я этого не говорил. Ну что вы, я не говорил. Узнаю, у кого они арендуют площадь. Хорошо. А как? Можно. Да что ж ты делаешь-то, а? Чего встали? А ну давайте работать! Ну что ты творишь? Что ты творишь? Ну что ты, не понимаешь? Ты понимаешь, кто это был? Понимаешь? Ты понимаешь, что это был Эльдар, а? Ты знаешь, кто такой Эльдар? Ты знаешь, кто такой Эльдар? Ты знаешь, что Эльдар полгорода держит? Что мы на его земле работаем? Вообще, мы на земле живем! Не понимаешь, да? Я на своей земле живу. Угу. А на черных работать не буду. И точка. А, ах, вот как. Ты у нас гордый, да? Гордый. Только вот гордость свою на хлеб не намажешь и в стакан не нальешь. Гордый он. Чего уставился? Мозги надо немножко иметь, мозгов и глаза, чтобы видеть и понимать, перед кем можно пальцами махать, а кому язык в засунуть поглубже и молчать в тряпочку. Ты интернационалист хренов! Вот ты свой язык куда поглубже и засовывай, а мне работать надо. Как? Что? Обезьяна. Лицензия на розничную торговлю у тебя имеется? А как же? Конечно. Конечно, есть. А как же? Вот она. Все есть, уважаемый. Все как надо. Печати, подписи. Все по закону. Ладно. Почем, говоришь, твои арбузы? Зачем почем? Так бери, угощайся, сколько хочешь бери. Может, хочешь дыни? Вот, медовые, очень вкусные.
Без нитратов? Да, да, без них. Без них проклятые. Как можно? Ну ладно. Торгуй. Еще на здоровье. Что он делает? Чего вылупились? Что он делает? Я не понял. Ей не надо. Подожди. Знаешь, кто? Пусть уезжает. Что такое? Спокойно. Смотри, возьми вот это. Готовь, да. Давайте скорее, ребят. Да, люблю. Мы хотим тебя пригласить на пиццу. О, пригласить на пиццу — это хорошая идея. А в какой кафе пойдем? Его зовут Бланко. Чембаде. Там? Это я, Варвара Петровна. А, Федя. Продукты купил. Ой, спасибо, голубчик. Ну зачем вы? С больной рукой. Я бы сам почистил. Ты и так на себя все нагрузил. Совесть у меня есть или нет? Ой, ты знаешь, что я тебе скажу? Фень, вот стирать одной рукой — это куда ни шло. А вот картошку чистить — это, я тебе скажу, беда. Телефон так и не заработал? Не заработал. И никогда не заработает. Ты это прекрасно знаешь. Не заработал. Чего ты? А? Значит так, Варвара Петровна. Что? Давайте договоримся. Да. Если что случится, стучите по батарее. У нас стояк один, я услышу. Только нужно придумать код. Код? Чего, какой? Ну, если нужно будет в магазин сходить. Да. Один стук. Да. Что-нибудь по хозяйству — два стука. А вот если с сердцем что-нибудь, не дай бог, случится. Сердцем? Угу. Варвара Петровна, ну, если сердцем, тогда один стук, а потом еще два. Ну, хорошо. А вот чем мне? Вот палка, что ли, стучать? Чем? А? Сейчас, Варвара Петровна. Так. Чего ты там? Вот. Прям по батарее стучите. Феденька, спасибо тебе большое. Вот когда ты держишься, то и я рядом с тобой жива. А если съезжать, что тогда? Ну, не в дом же престарелых, а? Лучше тогда на кладбище, я считаю. Варвара Петровна. Что? Никуда отсюда, из этого района, да, мы выезжать не будем, обещаю. Спасибо большое, Федечка. А я гляжу, вроде как ты, а вроде не ты. Дай, думаю, подойду, спрошу. Ну чё, погнали? Давай, за встречу. Первая рюмка делает мир таким, каким мы хотим его видеть, вторая — таким, каким уже не будет никогда. Круто. Сам придумал? Оскар Уайльд. Кто? Пей, Шуба, пей. Я рад тебя видеть. А-а. Слушай, а что ты куртом заделался? Ты же всегда был Колян Лопаткин. А теперь вдруг курт. Да еще этот, как вот, фон... Тьфу ты, язык сломать можешь, честно. Фон Штайгер. Запомни. А лучше запиши. Зачем? Пригодится.
А классная у тебя татуха. Я сразу приметил. Кому сказать, не поверит. Ты же у нас в классе комсоргом был. Ты же на доске почета висел. Ты же гордый школы, все дела. И вдруг скинхед. Ну, каким боком-то? Шуба, как ты был тупой двоечник, такой и остался. Скинхеды, иммунные клетки белой расы. Доходчиво объяснил. И что, вот так вот всех вот мочите, без разбора? Лейкоциты в крови не спрашивают чужеродную клетку, хорошая она или плохая. Они просто ее уничтожают. Так и скинхеды. Ферштейн? Да ладно, расслабься. Чего ты, Коля? Или не рад старому другу? Буду рад, если перестанешь звать меня Коляном. Ну, хорошо. Как скажешь. Пусть будет Курт. Мне все равно. А мне нет. Мое почтение, Федор Иванович. Привет. Присаживайся, Аркадий Семенович. Понял, понял. Вчера мимо гаража проходил. Думаю, дай-ка зайду на огонек. На какой еще огонек? Обыкновенный какой, электрический. Но вспомнил, что вы не любите, когда к вам без приглашения является ваш заветный гараж. Аркадий Семенович? Да. Ты что-то путаешь. Я вчера целый день во вторую смену работал. Да я своими глазами видел. Ей-богу, вот тебе крест. Федор Иванович, ты не мог бы дать мне денег взаймы до пенсии? А то я к таджикам обратился, а они, когда у них денег просишь, тут же перестают понимать по-русски. Федор Иванович, что такое? Что случилось? Замок нормальный. Твою мать. Что-нибудь пропало? Резина. Зимняя. Неделю назад купил. Двух колес нет. Сумку и кве, Федор Иванович. Чего? Латынь. Каждому свое. Я принес. Курт, извини, я на минутку. Иди за мной. Ты что такое? Совсем охренел? Я ж тебе русским языком сказал. Завтра. Чего ты приперся? Кто этот лысый урод? Да тихо ты. Не дай бог услышит. Да пусть слышит. Плевать я на него хотел. Плевать я хотел? Значит, ты еще настоящих скинхедов не встречал. Так что давай, вали отсюда, пока он тебе бошку не оторвал. А деньги? За что деньги? А почему только два? Потому что у меня только две руки. Нет, Таджикистан, так не пойдет. Принесешь еще два, получишь деньги. Я не уйду, пока не заплатишь. Дай хоть половину.
На, и вали отсюда. Давай. Завтра остальные принесу. Готовь деньги. Давай, вали. Ну все, давай, созвонимся. Давай, давай. Пока. Ага. Так вот ты с кем дела крутишь. Да нет, это так, мелочь пузатая, щепочу. Ну так, телефоны тырит, то сё. А у кого он их тырит? Ты не думал? А я тебе скажу. У простых русских людей, которые вкалывают с утра до ночи, чтобы купить нормальный телефон себе и своим детям. А эта черножопая тварь крадет их и несет тебе, а ты покупаешь. Да, Курт, да, дорогой, да ты послушай, да я и взял это у него один телефончик всего. Да и тот сраненький, я его выкинул. Резина тоже паленая? Нет, это я в магазине купил, а он просто принес. Честное слово. Кстати, я посмотрел, у тебя на тачке-то передок-то лосоват. Может, поменяем? У тебя ж 15-й, и это 15-й. Я тебе мигом все сделаю. Примешь подарок от старого друга? Ну вот, совсем другое дело. Ну зачем? Обижаешь, Колян. Ну я же от чистого сердца. Еще раз Коляном назовешь, завалю. Федор Иванович, прошу. Фурио де Френатус. Это еще что такое? Латынь. Состояние необузданного бешенства, Федор Иванович. Сегодня опять ко мне приходили. Риэлторы эти. Говорят, трое нас осталось. Я, ты да Варвара Петровна. Денег предлагали. Много? Не спрашивал. А ко мне тоже приходили. И тоже предлагали. Очень много. Очень много. Ну и что? Дилемма. Не могу решить. Сходи к Лидии Михайловне. Посоветуйся. Да ходил уже. Да она говорит, езжай, глупый, езжай, раздают. Я говорю, а как же ты здесь останешься? Я же не смогу к тебе каждый день приезжать. Это сейчас. До дома дорога. А из МКАДа разве наездишься? На такси будешь ездить. Такси? Вы шутите, извольте, Федор Иванович. Вы же знаете, какая пенсия отставных артистов. А ты пей меньше. Оставаться будет больше. А вот это правильно. Сереги на днюхе. Ну ты самая красивая была. Тебя вроде Лариса. Лариса зовут, да? Подожди, у какого Сереги? На какой днюхе? Я вообще-то Лиза. А, ну точно? Да, точно Лиза. Да, ошибка. Извини. Да, то, что красота... Нет, ты действительно красивая. Самая красивая, реально. Ты это всем прогоняешь? Неужели действует? Да ладно тебе. Ты первый раз здесь? Да, да, первый раз. У тебя говор какой-то странный. Ты, ну, из Москвы, москвич? Москвич, конечно. Ой, да ладно тебе, ты такой же москвич, как я, парижанка. У тебя же на лбу написано, что ты азиат. Ты кто по национальности? Да я наполовину итальянец.
Да, у меня отец итальянец, а мать русская. А как будет по-итальянски? Я не знаю итальянского. Да, мама. Да. Нет. У меня... Они развелись, когда мне было 2 года. А отца я никогда не видел. А с мамой сразу приехали в Москву. Ты опять гонишь? Да что ты к нему придралась? Пойдем потанцуем. Пошли. На 2-м курсе. Ну, правда, заочно, а днем работаю в игровом центре, детишек развлекаю. А ты чем? А я еще не определился. А-а. Сестра говорит, медицинский, она у меня врач, а мне почему-то совсем не тянет. Тогда делай то, что тебе нравится. А мне нравится вон на руках ходить. Ну, это я поняла, а почему? Ну, не знаю, почему. Почему? Потому что люблю, когда... Мир вверх ногами. Когда дождик капает снизу вверх. Мы пришли. Вот мой подъезд. Ого. А родители, наверное, волнуются? Поздно уже. Нет. Они на Валдае отдыхают. Че это? Где? Чё ты? Мужик какой? Тащишь что-то. Какой еще мужик? Соврал, что ли? Ну, стой здесь. Стой. Подожди. Эй, стой! Стой, тебе говорю! Да, чё, упёрся что-то? А ну, надо! Отдай! Ай! Сраза! Что такое? Что с тобой? Да ерунда, царапина. Пырнул, сволочь. И убежал. Так, проходи. Угу. Давай. Вот так. Молодец. Получилось так. Ой, чего? Голова закружилась. Садись, да, на диван. Угу. Ага. Садись. Угу. Я быстро. Подожди. Сейчас. Ой. О, боже. Ну да ладно, давай сам. Ты чего сам? Давай. Ну что ты мне позоришь? Я же все-таки мужчина. Давай, где у вас ванна? Пойдем. Ага. Держи. Угу. Так. Аккуратно. Если что, не стесняйся, зови. Thank you.
Сколько ж тебе лет, дочка? 32. А как тебя зовут? Лейла. Красивое имя. Лейла значит темноглазая. Откуда ж ты? С Памира. Просыпайтесь же! Что ты меня лапаешь, что ли? Восьмая палата, Савушкина. Ей плохо. Резко упало давление и продолжает падать. Ну! Так, Савушкина. Так, Савушкина. Да быстрее же! Да пошло ты! Так, где у нас Ласум Лациум? Да не то! А ну стой! Ты что схватила? Это нельзя! Вернись сейчас же! Ну стой, я сказала! А! Ты что? Уйди! Спасибо, очень вкусно. Давай еще кофе. Нет, нет, спасибо. И мне пора. Я уже пошел. Пойду. Поздно уже. Ой. Что такое? Ой. Чего опять ты? Закружился. А ну сейчас давай, пройдет. Садись, садись. Ой, садись, садись, садись. Ага. Давай, давай. Так, знаешь что? Ты оставайся у меня, я тебе здесь на диване постелю. Не-не-не, что ты? Оставайся, оставайся. Очень. Я пойду. Ты куда? Оставайся. Только без глупостей, понял? Хорошо. Спасибо. Я тебе сейчас плед принесу. Кто вам дал право совать свой нос в медицинский процесс? Ваше дело утки выносить. Что она ей вколола? Я вообще-то хотела вколоть лациум. Но она напала на меня, отобрала ампулу и вколола 2 кубика диметофеназина. Это еще с какой стати? Вы что, не знаете, что у нас этот препарат по строгой отчетности? У Савушкины коронарная недостаточность, и лациум ее просто бы убил. Что-что? Каждая поломойка будет меня еще медицине учить? В кишлак свой поезжай. Там и командую, ясно? Пошла вон из кабинета. Ну что уставилась? Вон, я сказал! Виктор Петрович, ну, вообще-то, если бы не она, Савушкина бы умерла. Ну, ладно, ладно, Тань, не каркай ты тут. Если бы да кабы. Значит, давай так, чтобы об этом инциденте никто ничего не знал. Ни слова, ни полслова. Разумеется. А таджичку я это уберу. Все, шагай, работай.
ты чего? Слушай, мне жутко стыдно. Я темноты боюсь. С детства. Могу я рядом посидеть? С тобой? Просто посижу и все. Ну что с тобой делать? Ну садись. Спасибо. Что будет? Кайн корха тому миша. Макарзрун нестум. Томадари маннести, китарбьятку ни. Мана паэту я, если ты забыл. Тузиндаги хута дори. Манзидаги худам дором. Куда к нестам? Фах меди. Тумаравада дода буди. А ты опять. Слушай, что ты от меня хочешь? Да опять. Опять зарабатываю, как могу. Или тебе не нужны деньги? Мне твои грязные деньги не нужны. Хизвахтипуль харам. Намешиват. Пахнут. Еще как пахнут. Ты же прекрасно знаешь, чем это закончится. Прошу тебя, Закир, ради Аллаха, остановись. Вспомни ты о родителях. Они же все оттуда видят. Ничего они не видят. Их давно нет в живых. Их убили. Ты забыла? Тогда я тебе напомню. Всех убили. И отца, мать, и твоего ребенка тоже. Закир! Оставь меня! А, ты здесь? Только что звонил Осипов. Сказал, что со следующего квартала они повышают аренду в два раза. Он не имеет права. Почему это не имеет? Еще как имеет, и, между прочим, все по твоей милости. А знаешь, что теперь? Теперь я должен лавочку закрыть, людей на улицу выгнать, а сам по миру пойду. Спасибо тебе, дорогой. Нужно обратиться в арбитражный суд. Куда? В арбитражный суд? Слушай, ты в какой стране живешь, а? Своей. А ты? Опять за старое, да? Ну хорошо. Действительно, это Эльдар Азербайджанец. Ну и что? Между прочим, он москвич. Коренной москвич, такой же, как и ты. Только в отличие от тебя, он еще и МГУ закончил. Ясно? Мао Цзэдун тоже в Москве учился. А при чем здесь Мао Цзэдун? Мао Цзэдун чем тебя не устраивал? Рожей не вышел. Да при чем тут рожа? Рожа тут здесь при чем? Ну? Вон у моего брата, у него фиолетовое пятно в пол рожи. Ничего, живет. Так то брат. Братьев не выбирают. Федор Иванович, я тебя прошу. Понимаешь, прошу. Съезди ты к этому Азеру, посмотри у него машину. Ну, посмотри. Хочешь, я тебя туда сам отвезу? Они от нас отстанут. Не замечаешь? Чего? Вот ты с этим Мамедовым 15 минут поговорил.
уже по-русски плохо понимаешь. Я тебе русским языком сказал. Черт прислуживать не буду. Не будешь. Тогда я тебе русским языком отвечаю. Вали ты нахер из моего сервиса на все четыре стороны. Это понятно? Уважаемый! Одну минуточку, уважаемый, подождите! Вот, дорогой сосед, угощайтесь. Что это? Это плов. Понимаешь, у меня внук родился богатырь настоящий. Пожалуйста. Отпустите, пожалуйста. Я умоляю вас. Больше не будет. Отпустите. Отпустите меня, пожалуйста. Ну что вас там по шариату за воровство? Руки по локоть отобрали. Не надо, не надо, не надо. Пожалуйста. Не ссы! Не стану их лезвием рубить. Не хватало мне здесь твоей вонючей крови. Простите. Но пальцы твои я переломаю. Все! На память.
Бадбухатир. О, Дамир Куштан. Гайдет Након. О, Дамир Куштан. Гайдет Након. Гапот Амон. Гапот Амон. На пятом этаже. Это хорошо. Давай. Держи его за голову и подмышки. Держи подмышки. А я за ноги. Давай. Понял. Бей. Беги, Ша. Бей, бей. Рафтестас. Да.
делаете? Вам нельзя подниматься. Пожалуйста, я прошу вас, ложитесь. Опять ты? Вон отсюда! Пошел отсюда, я скажу! Пошел! Куда, Диди? Где его Наст? Да он же псих натуральный! Он мне чуть руку не отрезал в своем гараже. Вот, посмотри! Посмотри, тиски зажал. Да если бы не его припадок, он бы мне все пальцы переломал бы. Верни ему все, что ты у него украл. А если не верну, что ты мне сделаешь? В угол поставишь? Ничего ты мне не сделаешь. Ничего возвращать не собираюсь этому придурку. Рука болит. Ты спрашиваешь, что я сделаю? Я уйду из этого дома, и ты меня больше никогда не увидишь. Я сделаю это. Ты меня знаешь. Ты, ну что, может быть, вина с нами выпьешь? Или тебе Коран не позволяет? Где мои колеса? Какие колеса? Лапуль, подожди, я сейчас. Ну что тебе? Я передумал, гони колеса назад. Да уехали твои колеса, уехали вместе с джипом. Укатили в неизвестном направлении. Уехали? С этим нацистом, что ли? Ну а хоть бы с ним. Тебе-то что? Ничего. Короче, вот тебе 2000, которые ты вчера дал. Ну? Вот еще 1000. Не понял. А сверху-то зачем? За то, что ты мне сейчас скажешь, где искать этого урода. Ты что, с огнем решил поиграть, да? Ты что, не понимаешь, идиот, что он тебе голову оторвет? Какая тебе разница, кто мне голову оторвет? Где? Ну, он что-то говорил про старую промзону. Серега, тормози здесь. В машине посиди, сам все решу.
Ну что, догнал? Опять бухаешь за рулем? А ты меня арестуй. Я тебя арестую, но не сейчас. Слушай, Курт, дело есть, как раз по твоему профилю. Китайского коммерсанта нужно одного шугануть, а то эти узкоглазые совсем оборзели. Ого. Обожаю китайскую кухню. Выкладывай. Я невеста родила, всемилая, ты услыши меня, под окошком стою. Хозяйничаешь? Очнулся, Федор Иванович, слава тебе, Господи. А у меня сил не было дотащить тебя до дивана, уж ты извини. Да ладно, я сам. Давай. Сейчас супчику горяченького хлебнем. И газ-то прикрути. Ой. Не казенный. Ну что ты за человек? Я его, понимаешь, суп варю, а он о каком-то газе беспокоится. Ну как вот, ну как? Ну? Добрый день, Виктор Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Петрович. Здравствуй, если не ошибаюсь, Лида? Меня Виктор Петрович зовут Лейла. Лейла. Значит так, Лейла, давай здесь это, закругляйся по-быстрому и у меня в кабинете уберись, поняла? Я у вас недавно протирала. Именно что протирала. А я тебе говорю, нужно прийти и убраться как следует. Хорошо. Вчера у Лидочки был. Цветы ей купил. Астры белые она любит. И что? Да и ничего. Годовщина у нас. 40 лет совместной жизни. Поздравляю. Угу. Ну и как она? Про переезд все говорила. Езжай, говорит, Аркаш, там тебе лучше будет. Ну, как супец? Говно. Вот. И Лидочка тоже говорила, ты, Аркаш, лучше пей. Ну, то есть, в смысле, пой. А я готовить буду. Да пошутил я. Хороший супец. Соли маловато. Добавки нальешь? Я на тебя... Докладную написал. Ты в курсе? Какую докладную? Ну как какую? О том, что ты не справляешься со своими обязанностями, постоянно опаздываешь на работу. В общем, полное несоответствие занимаемой должности. Теперь тебя уволят, поняла? Но это же неправда. Ты мой, мой, не разговаривай. Мой, говорю. Написать-то и написал. Но ходу докладной не дал. Вон она. В столе лежит. Хочешь посмотреть? Лейла, договоришь? Очень красивое имя. Очень. Руку уберите. Руку уберите! Ай, дура! Чего делаешь, идиотка? Кипяток же! О, придурочная! Идиотка! Кипяток!
Ну что, похулиганим? Отвали. Че? Иди сюда, лярва. Ты что ты делаешь, урод? Да руки убери свои! Заткни пасть! Да я отработала деньги свои, убери руки! Не хочу я! Да кто тебя спрашивает, шлюха? Да не трогай ты меня! Вот так! Хорошо! А говоришь, не хочешь! Отстань, а? Вот так! Да что ты делаешь? Вот так! Иди сюда! Хочу знать, кто это сделал. Ну чё уставился? Вернул колеса? Вали отсюда. Это ваше? Не твое дело. Красивое. Никогда таких не видел. А что ты вообще видел в своем кишлаке? До свидания. Стоп! А диски откуда? Диски? Подарок от фирмы. За моральный ущерб. Да пошел ты со своим подарком. Знаешь куда? Держи. Резину снимешь, диски вернешь хозяину. Ну что встал? Давай. А как снимать эту резину? Я не умею. Воровать ты умеешь. А разбортировать простое колесо слабо. Дай сюда, сопляк. Разуй глаза. И смотри, как это делается. Два раза не показываю. Эй, постой. Ты с какой стати решил мне колеса вернуть? Совесть, что ли, проснулась? Моя совесть бессонницей не страдает. Сестра заставила. Сестра? Та глазастая, что ли? Которая башку мне зашивала? Да. Лейл. На, накидным попробуй. Михалыч, смотри, что принес. Пойдем. Охренел? Зачем ты их сюда припер? Сам-то охренел. Че тебе не нравится? Фирменные диски. Без царапин, не реплик. А там за две штуки бери. Дебил! Он за эти диски голову оторвет. И футбол ей поиграет. А заодно и мне бошку оторвет. Понял? Если только узнает, что ты сюда с ними приходил. Короче, забирай свое барахло паленое и вали отсюда к чертовой матери. Вали! Понял. Не хочешь, как хочешь. Я их тогда Филимонову отдам. Ему какая разница, откуда они взялись? Стой! Да стой! Стой! Так. Вот, полторы штуки. Больше нет. Забирай и вали. Бери. Иди отсюда. Чего надо? Вы меня не узнали? Сестра этого ворюги?
Можно войти? Это с какой стати? Я вам швы накладывала, помните? Швы? Да. Мне нужно осмотреть рану. Нормальная рана, и осматривать ее не обязательно. У вас что-то горит. Черт! Уютно тут у вас. Только вот запах специфический. А вам какое дело? Из-за вашей болтовни у меня еда сгорела. И вообще вас сюда никто не приглашал. Давайте идите отсюда. Я не уйду отсюда, пока не осмотрю вашу рану. Ну, все хорошо. Воспаления нет. Так что через 2 дня я сниму швы. Врач, что ли? Да как вам сказать? Когда это было? А потом санитаркой работала. До сегодняшнего дня. Поперли, значит? Можно и так сказать. Ну и правильно сделали. Почему же? А потому что нечего вам тут околачиваться. Окопались, сволочи. Куда ни плюнь, всюду ваши рожи. Ну, это уже диагноз. Но мужики на заработки едут, я еще могу понять. Но бабы ваши таджикские. Они на кой сюда прут? Вместо того, чтобы по кишлакам своим сидеть, коз доить да размножаться, нет, цивилизацию им подавай. В Москву прутся. Ай! Ты что делаешь? Больно же. Зря я тебя, дурака, на 5-й этаж тащила. И анестезию зря делала. Надо было по-живому шить. Всего хорошего. Ну, честное слово! Ну, не брал я никакие диски, ну, правда! Ну, что у меня не... Их районят-то всего 2. Ну, не брал я, ну! Те, кто краденый скупает. Филимонов? Да вот этот вот упырь. Но про Филимона я знаю точно, что он уже 2 недели как в Египте куролесит. Корт, смотри! А диски-то здесь! Ну вот. А говоришь, не брал. Нехорошо. Колян, родной, ну прости. Ну что вы столько лет, Колян? Ну это не я. Это таджик этот с Порталыку закир сбил. Колян, ну прости, Колян. Кур, чего несет? За какого Коляна базар? Я что-то не въезжаю. А он заговаривается. Ты ведь... Родной мой, заговариваешься, да? Курт, прости, Курт! Пожалуйста, Курт! Ну, прости! Прости, дорогой! Ну, пожалуйста, Курт! Курт, прости, Курт! Заговаривайся! Честное слово, заговаривайся! Сейчас ты поставишь резину хорошую на мои диски. Понял? Понял. А потом мы поедем, и ты поставишь мои колеса на мою любимую машинку. Не против? Курт, все сделаю в лучшем виде, Курт. Согласен, даже честное слово, в лучшем виде. Вот и слава. Как ты говоришь, зовут это животное? Закир.
Фамилию не знаю, а зовут Закир. Закир. Ну что, теперь порядок? Я могу идти? Не-не-не. Мозоль. Глянь, там все в порядке. Верхний затянул, а нижний забыл. Как забыл? Ты что? Давай затягивай. Готов, клиент. Здорово, Аксакал. Разговор к тебе есть. Какой же ты упертый! Я повторяю, мне нужен Закир. Ну я же говорил, что я нет, Закир. Нет, 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 тот несколько папа! Помоложе. Папа! О, май год, что за чудный малыш? Иди сюда. Папа! Ты ему обрезание-то уже сделал? Мы можем повторить, для верности. Отпусти мальчика. Я тебя умоляю, отпусти мальчика. Внучок твой, что ли? Побычем, интересно. Умоляю, отпусти мальчика. Ну что ж, тогда мы поедем покатаемся с твоим внуком. Да что ж ты делаешь? Отпусти мальчишку, сволочь! Отпусти его! Это что еще за тварь? Откуда взялась? Тихо, 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 тихо. Я не знаю. Я честное слово не знаю. Какой же ты дурак, Аксакал. Пацана твоего мы с собой заберем. А ты пока подумай, стоит ли на девку хотя бы мизинца твоего внука. Хотя нет, мизинец мы, пожалуй, тебе на память оставим. Побудем Андарьевну. Тебя спрашиваю. Ну? Может, скажешь мне, кто она? Это Лейла. Сестра Сакира. Побудем, побудем. Ананас, мальчишка. Ананас. Thank you.
Курт, а если этот Закир только ночью вернется? Че, так и будем его здесь ждать? Да. Эти зверьки его 100 пудов предупредили. Мне кажется, он теперь сюда долго не сунется. А ничего. В такой приятной компании время летит незаметно. Правда, милая? Хочешь? Ну, как хочешь. Эй, Садька, добри. Буду. Да, чище. Баба, зика дымка ты. Дигуна. Дигуна фуга? Да. Отпусти ее. Ты что творишь, мужик? Я тебе сказал, отпусти девку. Зачем она тебе? Понравилась, что ли? Да начхать мне на нее. Это мой двор, и тут без меня ничего не происходит. А-а-а. Ну давай, бросай. 5 секунд у меня есть. Выскочить успею, пацаны, и подавно. А вот сучка твоя останется наедине с гранатой. Пацаны твои могут и успеть. А вот насчет тебя сомневаюсь. Все просчитал. Рэмбо хренов. Что-то рука у меня онемела. Пальцы ни хрена не держат. Чего вылупился? Выкинь ее из машины. Шевелись давай. Иди сюда. Давай. Пошла отсюда. Зря ты так со мной, мужик. Ой, зря. Ах ты, подлец. Негодяй. Мерзавец. Трус. Подлец! Ты слышишь, ты трус! Трус! Через то ты банду кусал! Тупая пахта! Стой! Стой, я тебе говорю! Слышишь меня? Я говорю, стой! Ну, да, пусти! Да ты что, как с цепи сорвалась? Пусти меня! Пусти! Ты же все видел! Почему ты раньше не вышел? Почему? Ты же был в окне! А если бы это была твоя мать или сестра, ты бы тоже спрятался! Да не прятался я! Я брился! Что? Ну да, брился! Вот! Посмотри! Брился? Как же ты? Ладно тебе, все уже кончилось. Они сюда больше не сунутся. Не сунутся? Да ты видел эти лица. Лица как лица. Обыкновенные русские рожи. Ну не реви. Рассказывай. Ну подойди, не буду же я на весь порт кричать. Ильин Федор Иванович, 1964 года рождения. Работает в автосервисе слесарем. Мастер по карбюраторам, считается лучшим мастером в Москве. Участник боевых действий. В Афганистане был в плену, бежал. Сильно. За что можно зацепить? Семья, дети? Ни детей, ни семьи нет.
Правда, вот есть трофейная машина, Хадсон, 39-го года. Досталась машина от деда. Ильин Федор Федорович, летчик, герой Советского Союза. Машину подарил маршал Рокоссовский. Это все? Все. Только это. Не лютуй там. Давай, чтоб без крови. Без тебя разберусь. Вчера в контору большие люди приезжали в папахах. На тебя жаловались. Так что давай, сбавь обороты. Сбавить обороты? А ты знаешь, что будет, если я и мои товарищи сбавим обороты? Хочешь жить среди мечетей? Хочешь, чтобы они в твоем дворе своих баранов пасли и наших девок трахали? Хочешь? Я на своей земле живу. Не нравится? Пусть валят назад свои кишлаки. Ладно, не кипятись. Да пошел ты. Я сейчас пойду. Только вот. Что это? На углу стадионной и Карбышева азиаты организовали стоянку такси. Так вот, надо убрать этот шалман. Раз и навсегда. А это для того, чтобы записать, как, где и что хозяин приказал. Ну, раз хозяин попросил, сделаем. Добрый день. Ой, я могу вам чем-то помочь? Да. Да, знаете, мне нужна краска. Так. Белая. Ну, чтобы схватывалась. Вот сразу. Пойдемте со мной. Спасибо. Сюда, пожалуйста. На. Кстати, какой вам объем нужен? 0,5, 0,8 или 1 литр? Что красить-то будете? Красить? Пока не знаю. Но литров 5-7 мне нужно. Хорошо. А, и ведро. Чего делаешь, урод? Извините, я тебя сейчас убью, я вас придурок! Не извините, пожалуйста. Иди сюда! Я не хотел, не хотел. Извините. Вот урод. Здравствуй, Лиза. Лиза, привет. Ты ждешь кого? Может, кого-то я жду, но уж точно не тебя. Он не приедет. Можешь не ждать. Кто это он? Откуда ты знаешь? Оперативная информация. А вот тебе еще информация. Вали-ка ты отсюда по-тихому, как тогда утром свалил.
чего, мужики? Ну вы делайте что-нибудь, краска же присохнет! Минуточку, подождите. Да, алло. Это я, ты где? Не до тебя сейчас. Потом перезвоню. Он на тебя всегда так орет, да? Не твое дело. Это твой жених? Да, жених. Не доставай меня больше. У нас с ним свадьба через месяц. Понятно. Ну а погулять мы можем? Как друзья. Никуда я с тобой не пойду. Скажи честно, ну что ты его вот так вот в самом деле любишь? Не задавай дурацких вопросов, а? Почему дурацких? Люблю. С ним все ясно и надежно. Квартира на Арбате, дача на Новой Риге, хорошая машина. Хорошая машина. Интересно, где он столько наворовал? Не наворовал, а заработал. Причем своими же мозгами, он программист. Понятно? Понятно. Что это непонятно? Значит, все дело в новой машине. Нет, в твоих красивых черных глазах. Что, намекаешь, что я не русский? Русский, не русский, какая разница? Человеком нужно быть нормальным, чему-то стремиться, а не только на руках ходить. Погоди. Я тебя на такой машине прокачу, закачаешься. Ну ты дурак, а. Я ему про Фомолу, про Ерему. А когда? Говоришь, у тебя свадьба? Через месяц. Ну? Значит, время у меня есть. Слышишь? Есть! Здрасте. Ну чё пришел? Ищешь, чтобы еще стянуть? Да ладно, чё вы сразу-то? Просто подумал. Может, вам чё помочь? Ну, там прибраться. Или покрасить что. Я умею кирпичи класть. Штукатурить могу. Ну и вообще. Здравствуй. Чего тебе? Поздравляю. Это тебе. Надо же, вспомнил. Ну, Марин, ну не начинай, пожалуйста, хотя бы сегодня. Слушаю. Я могу войти? Хорошо у тебя. Уютно. Я смотрю, ты на работу устроился. Да. А может быть, что-то нужно? Деньги нужны, только намекни. Не надо. Обойдемся. Ну что,
Разрешишь или нет? Ладно. Но только до 8 вечера. Вечером как штык, понял? Конечно, конечно. Веник свой вонючий забери. Ну? Даже не верится. Что еще? Что мы с тобой когда-то нормально разговаривали. Мне тоже не верится, что я любила такого придурка. 6 цилиндров. Вряд. 106 лошадиных сил. Да. А колеса-то какие? Эту машину моему деду сам маршал Рокоссовский подарил. Деду? Да, круто. Он был героем Советского Союза. А за что ему героя дали? В 41-м летал бомбить Берлин. Ух ты. Знаете, а у моего отца тоже машина была. Победа. Только он не разрешал даже близко к ней подходить. Да, победа. Агрегат классный. Знаю я эту машину. Ну и как она сейчас? На ходу? Бегает? Да нет уже этой победы. Сожгли ее. Приехали. Да-да. Представляете, они там охрану поставили. Сидят, как бульдоги, морды наели. Да. Фух, на порог никого не пускают. Безобразие. Постоянно какие-то новые правила придумывают. Вот сейчас бахилы эти выдумали. Вот зачем? А, да. Вот зачем? Это безобразие. Просто безобразие. Мы будем на родительском комитете поднимать вопрос прямо на общем собрании. Правильно. Абсолютно правильно. Да. Вот вы как честный, интеллигентный человек, вы же поддерживаете нашу инициативу, да? Конечно, конечно. Я вам скажу, эти охранники – настоящие фашисты. Вот самые вот. Настоящие. Абсолютно верно. Да. Правильно. О, дети. Папа! Эй! Привет, привет! Ой, как я соскучилась по тебе. Привет. Пойдем. Ну, пойдем, я тебя сейчас кое с кем познакомлю. Хорошо. Так, иди сюда. Стой здесь. Глаза закрой. Не открываем. Не открываем. Открывай. А! Пап, ты помнишь, сколько мне лет? Все-таки классная у вас машина. Вообще. Ты давай садись, чай пить. Ага, спасибо. Мне отец говорил, как стукнет 18, научит машину водить. Ну и что? Научил? Да не, не успел. Убили его. Он у меня был главой поселкового совета. А мама работала в школе, учительницей русского языка. Лейла закончила институт. Она врач, кандидат наук, между прочим. А Рахмон, муж ее, пограничником служил. Значит, твоя сестра замужем? Да была. Все мы вместе жили в одном доме. А потом в один день один бандит, Харуло звали, весной перешел границу из Афганистана и вернулся в поселок. И отцу и Рахмону повезло, их сразу застрелили. А вот мама моя
двое братишек и дочка Лейлы. Ей 2 лет еще не было. Заперли в доме и сожгли. А рядом был гараж. Пристроен. А так сгорела наша победа. Слушай, ты давай, ешь шоколад. Тебе калории нужны. Угу. Я сбежал. И спрятался. А Лейлу еще 3 дня у себя держали, потом в реку выбросили. Думали, что умерла. Да, там не заперто. Подержи. Ты здесь? Не ожидал. Да. Я плов приготовила. Попробуйте. Поешьте, пока горячий. Ну как? Отлично. Носастый, ушастый, а главное, не болтун. Слов на ветер не бросает. Так, ну, программа у нас на сегодня будет такая. Сначала мы посетим царство кулинарии. Ты какое предпочитаешь, французское, итальянское? Французское. Принято. Потом. Потом мы можем пойти посмотреть хороший фильм. Ну, в попкорн, разумеется. И легкий шопинг. Ну, или наоборот, как ты захочешь. Ну, а ровно в 8 я должен сдать тебя маме. С рук на руки. Понятно. Послушай, пап. Ау. Скажи, а я сильно выросла? Конечно. Конечно, выросла. Да? А ноги у меня длиннее стали? Да, юбочку можно и подлиннее одевать. Пап, ну я теперь до педали достаю. Ну помнишь, ты мне в прошлый раз обещал. Держи. Ого, какая фуражка. Не фуражка, а кепи. Подарок от деда, темнота.
Тебе сколько лет? 19 уже. Ну, 20 будет через 7 месяцев. Почти 20 лет, а водить так и не научился. Садись. В смысле? Два раза повторять не буду. Так, смотри, вот это тормоз, это газ. Да. Ну что, пап, я была права? Ноги-то у меня теперь до педали достают. Да достают, достают. Так, левую ногу твою длинную убираем. Забыли про нее. Так. Правой ногой давишь на тормоз. Тормоз, так. Вот так, сюда. Давлю. Так, давай, сильно дави, молодец. Давлю. Вот так вот. Теперь берешь вот эту ручку. Так. Один раз на себя и три вниз. Раз, два. Все, так, поняла. Поняла? Ну, я боюсь, папа. У тебя все получится. Ты же моя дочь. Ага. Ну, а теперь сама. Так, на себя. На себя. И еще разок. Вниз. И поехали. Ой, пап, я еду. Поехали, поехали, молодец. Вот так, вот так, умница. О, какие люди в Голливуде. Очень рад. Привет, очень Сергеич. Рад. Да, доброго здоровья, давно не виделись. Ну что, пустишь круги понарезать? Мне паренька нужно поднатаскать. Да. Он в первый раз за рулем, на дорогу ему еще рано, а у тебя тут раздолье. Да ради бога, катайся сколько хочешь. С меня пузырь. Да ладно, брось ты. Только вон там у меня сосед катается. Дочку водить учит. Пускай учит. Так. Что мы с ним, не разъедемся? Ну да, давай, добро. Держись, пацан. Ага, поняла. Подожди. Держи. Федор Иванович, скажите, а за месяц можно хорошо научиться водить? А почему именно за месяц? Да так, одному человеку обещал через месяц прокатить. Девчонки, что ли? Ну да. Работает, учится. Учится, заучит. Ну, работает аниматором в детском центре. Что за должность такая? Они, как ты сказал? Аниматор. Ну, это с детишками возится. Ну, там конкурсы всякие. Понятно. Развлечения. Ладно, давай. Левая педаль, сцепление в пол. До упора. Да, в пол. Теперь. Сцепление в пол. Врубай первую. Первую. Врубай первую. Так. Первая. Ага. Теперь газку. Да. Чуть-чуть поддавай, по чуть-чуть. Так, как будто ты эту педаль вылизываешь. Угу. Усек? Усек. Давай. Чуть-чуть, чуть-чуть. Давай, газку, газку. Так, 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 так. Сильно не рви. Сцепление, газ сильно, сильно на газ не нажимай. Чуть, так, так, по чуть-чуть. Все, все, хватит. Вот так идем. Че так в руль вцепился? Расслабь руки. А то видишь, по полосе гуляй. Ну, что так, руки напряженные. Расслабь, расслабь ручки. Вот, вот так, молодец. И вниз не смотри. Вот так, прямо, молодец. Чуть правее возьми. Давай, давай, руль чуть левее. Поворачиваем. Так. Молодец. Так, держать. Так, так, так. Нормально, нормально. Ага. Молодец. Ну-ну-ну, газку, газку, газку. А, сглазил я тебя. Так, только не нервничай. Спокойно. Разъедемся. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Разъедемся, места хватает. Тихо, тихо, спокойно, спокойно.
простите. Все в порядке. Так, давай. Что-то не так. Вождение, прежде всего, спокойно. Ага. Опять в пол. Так, левую ногу забыли. Газуй. Первая. Ой, пап, ты его знаешь? Да, это мой старый знакомый. А. Ну давай, поехали плавненько. Сцепление. Ну, давай, выжимай сцепление. И на первую. А. Давай. Красиво, Паша. Вот, нежно, и отпускай, отпускай. Так, доску, доску, доску. Забыл в зеркало посмотреть. Такого не было. А хочешь на аттракционы? Прямо сейчас. Сейчас нет. Времени нет. Да и денег лишних тоже. Понятно. Купишь на кабриолет. Держи. Что это? Это абонемент вездеход. На любые аттракционы. Жениху своему отдай. Бери, а то я обижусь. Пяти, вроде успели. Ну, беги, беги, все, а то мама волноваться будет. Эй, ты чего там шепчешь, сплетница? Я ему сказала, что у меня самый добрый папа на свете. Выходи, животное, разговор есть. Как хочешь. Ну что ж,
Каждый вправе сам сделать свой выбор. Я же предлагал по-хорошему. Давай. Пусть Мурат с ними разбирается. Я сейчас с ним поговорю. Ну что? Не отвечает твой Мурат? Наверное, не слышит. Услышит. Вряд ли. Если только у него уши новые не выросли. Вирус. Это тебе на память о Москве. А теперь, обезьяны, слушайте меня. Если завтра кого-то из вас увижу на этом месте, сожгу вместе с машинами, ясно? Охренел, где ты едешь? Тебя уже ждут. Флешку давай. Вали, я сам отдам. Подожди, как сам? Подожди, как? Самого Мозоля. Приедем под утро. И спалим чертям этот гараж. Да ладно, тут делов на 5 минут. Потом поедем, пожрем куда-нибудь. А если эти таджики впрягутся? Не станут они из-за какого-то русского свои шкуры рисковать. Как скажешь. Замок внутренний. Можно это, Фомкой. Не надо, Фомкой. Пошли. Бери канистру. Слушайте.
Послушайте, уважаемый. Не надо здесь поджигать. Поздно уже. Спать иди. Шайся. Что-то я проголодался. Пойдем пожрем, что ли? Ну что вылупились? Нечего тут торчать! Идите по домам! Живо! Ну что встали? Идите, говорю! Извини, дорогая, но вот тут я с тобой, пожалуй, не соглашусь. Ну, прости меня, Лидочка, но как ты себе все это представляешь? Абсолютно чужой район. Ни тебе друзей, ни знакомых. Да я там от тоски помру. В этой распрекрасной новой квартире. Знаешь что, родная, давай еще подумаем. И уж тогда решим, ладно? Вот и Федор Иванович. Мы с ним вчера чай пили, я тебе сахарочку принес. Вот, моя родная. Ну, до завтра. Пока. Федор Иванович? Здрасте. Тут это раньше Пантелейха жила. Все просила кран на кухне починить. Кран? Я шел мимо, дай, думаю, зайду, починю. Обещал все-таки. А, ну, проходите. Что такое? В чем дело? Подержите.
Так и есть. Букса сдохла. Кто сдохла? Букса. Менять ее надо. Понятно? Рубашка красивая у вас. Похоже, совсем новая. Может быть, переоденетесь? Закир, принеси какую-нибудь майку. Федор Иванович, принести? Не надо, Закир. Боюсь, мала будет кольчужка. Да тут работы на 2 минуты. Ну, я, пожалуй, в кино схожу. Закир! Закир, ты что придумал? Какое кино? Ну что, я не вижу, что ли? Он же к тебе пришел. Манкатин на местам. Я по глазам вижу. Он же тебе нравится. Что? Ты никогда ни на кого так не смотрела. Даже на своего мужа. Да что ты понимаешь, мальчишка? Хозяйка, тот подтекает. Дайте что-нибудь подставить. Чисто ди. Сатила бьёр. Хозяйка. Закир. 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 Все. О, Курт, смотри. А вот и наш зверек. Ну что, мочим его? Сиди. Концепция поменялась. Пусть проходит. Какая еще нахрен концепция? Курт, ты чё? Таджиков этих пруд пруди, мочить не перемочить. А вот завалить такого зверя, как Федор Иванович, это надо постараться. И мы постараемся. Да у него же ствол, Курт. И граната еще. Он же псих. Ты что, не понял еще? Бывал ли день прекрасней и страшней? Не понял. Шекспир, Макбет. Вы же не кран пришли чинить, правда? Верно, не кран. А буксу? Кран еще постоит. Хватит придуриваться. Я же все прекрасно знаю. Должок свой пришли забрать. Какой должок? Ну как же. Вы же тут известный Робин Гуд. Столько добрых дел сделали. Девушку от бандитов спасли. Парня на машине прокатили. Да, я знаю, конечно, за все в жизни нужно платить. А за хорошее тем более. Но не так разве? А может быть и так. Только я вам не брошусь на шею. И ноги целовать тоже не буду. Не дождетесь. Ай! Что случилось, а? Рубашка. Смотрите, я же говорила, что нужно было снять. Дура ты набитая. Покажите мне вашу рану. Полезны прогулки перед сном и приятные соленые ванны. Для весов, да, первый плавный весов вместе под юридические вопросы. Споры, переговоры, союзничество и совместные предприятия. Ваши действия в это время потребуют помощи деловых партнеров. Скорпионом, с окружающими на этой неделе будет нелегко. Да, вот с окружающими совсем, которые у меня на этой неделе. Будут вас окружать. Вам будет очень тяжело. Вы рубашку запачкали. Снимите, я застираю. А то может пятно остаться.
Какой странный рубец. Надо было сразу швы накладывать. Некому было. Да и времени не было. Один я в живых остался. Понятно. А это ожог? Паяльная лампа. А это? Пуля. На вылет. Понятно. Беда, Лейла, беда. Да-да-да. Сейчас. Аккуратнее. Сейчас. Вот так, вот так. Вот так. Что с ней? Хорошо. Скорую вызывай срочно. Ага, сейчас. Скорая? Женщине плохо. Без сознания. Уварова Варвара Петровна. Ну откуда я знаю, сколько ей лет? Пожилая женщина. Скажи срочно. Адрес пишите. Удальцова 83А. Я вас встречу. Выехали. Ну как она? Срочно нужен кардиамин. Скорая уже выехала. Она до скорой не доживет. А. Так. Так, так, так. Здесь недалеко есть аптека за углом. Схожу, куплю. Давай. Как лекарство называется? Кардиамин. Варвара Петровна. Миленькая. Да, да. Да, в общем, это ты пришел. Да. Спасибо тебе. Да, да, я здесь. Не оставляю. Я сама. Давай. Миленькая. Держи деньги. Только говори с ней. Хорошо. И не отпускай ее руку. Хорошо, хорошо. Говори и не отпускай я ее здесь, руку. Я здесь, Варвара Петровна. Я с вами, Варвара Петровна. Спасибо. Я никуда не уйду. Миленькая, голубчик мой. Вот на ловца и зверь бежит. Что? Это от гриппа? Что вы сказали? Нет. Я не слышу, мадам. Говорите громче. Я не могу понять. Дайте, пожалуйста, упаковку кардиомина. Дорогая моя, встаньте в очередь. Вы не видите у меня покупателя. Да послушайте, человек умирает. Давайте ваш рецепт. Вот, пожалуйста. Ой, давайте ваш рецепт, я посмотрю, что тут. Вот там. Эй, девушка. Девушка, вы куда вообще, а? Да... Что вы себе позволяете? Да замолчите! Где? Я сейчас милицию вызову. Называйте. Шприцы! Господи. Ну! Безобразие! Ну, здравствуй, Шахерезада. Ну, вы нас извините, вы же знаете, какое движение в городе. Хронические пробки. Скажите, доктор, а это лекарство, кардиамин, если бы мы сразу вкололи, оно помогло? Ну, безусловно. Ну, до реанимации она бы дотянула, а там... Вы кто ей будете? Сосед. Ну, ждите спецмашину, они заберут тело в морг. Долго ждать? Не знаю, но думаю, до утра. Угу. До свидания. До свидания.
Федор Иванович, там дверь была открыта. Вот, пришли по-соседски помочь. Ты иди, поспи. Не беспокойся, женщины все, что нужно, сделают. А когда машина придет, мы тебя позовем. Не грусти, красавица. Твой герой появится. Герой. Чего вылупился? Сестру позови. Сестру? Я думал, она у вас. Да. Ну, здравствуй, Робин Гуд. Небось, все в делах праведных. Чего надо? Наверное, шамаханскую царицу свою ищешь. Где она? А ты у дружка своего черного спроси. Он в курсе. И заходи на огонек. А обезьяну эту с собой прихвати, понял? Правильно я говорю? Йоло, чебуй от карт. Федор Иванович, понимаешь? Но у тебя же граната есть. И пистолет именной. Граната учебная. А пистолет хоть и именной. Там всего два патрона, с афгана еще остались. Почти четверть века прошло. Кефир будешь? Да какой это черту кефир? Вы хоть понимаете, что они с Лейлой сделают? Понимаю. Они сказали, что ты знаешь, где их искать? Да, знаю. На старой фабрике, в промзоне. Там глухое место. Но это к лучшему. Вы возьмете пистолет, я возьму нож. Сядь! Ну что вы сидите на самом сказал, деле? Сядь и не ори. Прежде чем ножом махать, нужно подумать и понять, что они от нас хотят. Ну что, ясно, чего хотят. Отомстить они мне хотят. А почему сюда не пришли? Ну я не знаю, почему они не пришли. Не знаешь? А я знаю. Заманить они нас хотят на свою территорию. Подальше от лишних глаз. И как только мы туда сунемся, никто нас не найдет. Ни тебя, ни меня, ни твою сестру. Кстати, но я и Лейла понятно. Ты тут при чем? При том. Я. Это я у них диски тогда с машины снял. Они меня искали там во дворе. Кто ж на тебя стуканул? Кроме Витьки Шубина некому. Шубин? Это этот шиномонтажник, который... Как-то странно повесился. Повесился, да. Ну что мы сидим, Федор Иванович? Ну давайте в милицию тогда позвоним. В милицию? И про ворованные колеса им расскажешь? Зря от кефира отказался. Успокаивает. Один раз я уж ее чуть не потерял. Тогда я ничего сделать не мог. Я же ребенком был. Сейчас-то я мужчина. Что делать-то? Я взрослый уже. Понимаете? А
Открывай ворота, Закир. Поедем, прокатимся. О, Федор Иванович, приветствую, приветствую. Привет, Сергеич, привет, дорогой. Опять парни решил поручить? Да нет, слушай, Сергеич, хотел спросить, вот в прошлый раз мужик свою дочку водить на джипе учил. Ну, сосед. Как его зовут-то? А Колька Лопаткин. А девочку Настей зовут. А. Я ее с пеленок знаю. Угу. И часто они здесь катаются? Да первый раз были. Маринка не разрешает. А кроме как на Новый год, да на день рождения встречаться-то могут. Они с Коляном давно в разводе. Угу. Значит, не часто он свою дочку видит? Кретин такой. А вот дочку-то свою крепко любит. До смерти. Да и она в папашу тоже души не чает. Кровь родная. А в какой, говоришь, школе она учится? Так, в 24-й, в которой моя Наташка училась. А, знаю, знаю. Ага. Ладно, слушай, в следующий раз покатаю, паренька. А, ну давай, давай. Давай. Приезжай. Всего хорошего. Давай, будь здоров. Мозоль! Да ты не бойся. Это не то, что ты подумала. Да, просто поспишь и все. Так, молодец. Приятных снов, царица. Да. Мизята, Федор Иванович. Ну, неправильно это, понимаете? Заткнись и делай, что тебе говорят. Не нравится, вали отсюда, без тебя обойдусь. Слышь, мозоль, ну хорош скакать, а? Хорош! Иди вон, сядь к монитору, у меня уже глаза вываливаются. Смотри в оба, чтобы он к нам втихаря не подобрался. Курт, а ты не боишься, что он на хвосте мусоров притащит? Не притащит. Гордый. Я эту сучью породу знаю, сам такой. Ну что, как она? Спит наша царица. Прям как ангел. Настя! Ой, пока.
Привет. Здрасте. Ты меня узнаешь? Мы с тобой на стадионе виделись. Ты с папой своим каталась, а я со своим другом. Привет. Ты молодец, здорово водишь. А вот он никак не научится. А, точно. Мне папа говорил, что вы его старый знакомый. Старый знакомый? Так и сказал. Угу. От Коля, Коля. Да мы с твоим папой друзья не разлей вода. Держи, это тебе. А что это? А ты раскрой и увидишь. Папа просил тебя встретить и передать тебе этот конверт. А почему он сам не приехал? Ну, ты же знаешь, Настя. Мама не разрешила. Только в день рождения и... И Новый год. Ну, вот видишь. А что там? А ты раскрой и увидишь. Ого. Да, жаль, что всего два патрона. А ты не жалей. У меня еще кое-что припрятано. То есть? А ты никому не скажешь? Федор Иванович, могила. Ну, смотри. Вы чего? Посмотри за тем сиденьем, у двери. Там? Что, где? Ниже, ниже смотри. Тут нет ничего. Федор Иванович, вы что делаете? Что вы делаете? Федор Иванович, подождите! Так нечестно, отпустите меня. Отпустите меня! Что вы делаете, Федор Иванович? Это... Ну, я должен пойти с вами, это сестра моя! Федор Иванович! Федор Иванович! О, Федор Иванович. Аркадий Семенович, держи. У меня там в гараже пацан заперт. Закир, знаешь такого? Ну, конечно. Если через два часа не вернусь, выпустишь его. Хорошо. Только ровно через два часа. Хорошо? Хорошо, только... И ключи от машины ему передай. Ага. Только не минуты раньше. Не подведешь? Федор Иванович, когда это Сосновский подводил, а? Но только, как прикажешь понимать, не вернусь. Ну, с сапером всякое может случиться. Сапером? Не забудь! Каким сапером? Ровно через два! Да, ты же, Федор Иванович, ты же в ВДВ! Вроде служил-то! Курт, я задолбался уже сидеть. Все тело ломит. И мышцы что-то судорогой сводят. Психомоторное возбуждение. Чего? Да ничего, сиди и смотри. Здравствуй, фашист. Узнал? Да, да, это твой старый знакомый. Где моя дочь? А ты мозгами пораскинь. Может, и догадаешься. А потом заходи ко мне на огонек. Просто ты сидел хороший. Спасибо.
что еще? А где Настя? Ее мобильный не отвечает. Ну, мобильный не отвечает, звони на домашний. Сам могу догадаться. Здравствуйте. Здрасте. Карточка магазина есть? Нет. Поставьте информацию после сигнала. Спасибо. Курт, ты куда? Собственными руками. Вместе с гаражом. Ты чё, охренел? Там же куча народа. Значит так, девку эту до моего прихода не трогать. Когда вернусь, потом замочим ее. А пока может пригодиться. Не трогать, ясно? Ладно, да ладно. Ясно, ясно. Ну все, меня уже это достало. А? Слышь, Лирус, в монитор посмотри, а я от Вики отойду. А что на улице-то? А я на свежем воздухе больше люблю. Иди сюда. Черт, ремня, да? Вот так хорошо. Так. Стоять!
Подожди. Ты вроде боец. Давай, попрыгай. Зря, что ли, ты тренировался? Хорошо, дед. Последнее желание – закон. Но только умирать ты теперь будешь. Долго и мучительно. Ну, куда ты? Мазур, бери трубку. Thank you.
Где моя дочь? Ну говори, ты же все равно сейчас сдохнешь, Ильин! Где моя дочь? Говори! Смешно тебе, сука! Слушай, Ильин, мы же с тобой одно дело делаем. Ты белый человек, и я белый человек. Ты солдат, и я солдат. Ты в Афгане их мочил, а я здесь, в Москве. Да какой ты солдат? Ты же с бабами воюешь и с детьми. Да потому что они мусор! Грязный, вонючий мусор! Где моя дочь? Да пошел ты, фашист. А? А? Фашист? А ну не отрубайся! Не отрубайся! Смотри на меня! Смотри сюда! Смотри! Смотри! Фашист! Фашист! Ну, смотри! Вот! Вот фашист какой! Понял? Была свастика, и нет ее. Потому что мне плевать на всю эту херню. Свастики, магендовиды, звезды. Это все бабки. Только большие бабки. А за свастику больше платят. Ну скажи, слышишь? Я прошу тебя. Слышишь? Ты нет, прошу. Где моя дочь? Обещай. Отпусти девушку. Обещаю. Поклянись. Клянусь. Соснова. Что? Сосновая, 18. Еремеева. Что Еремеева? Что это? Улица, фамилия? Что такое Еремеева? Что? Пошла сюда. Быстро пошла! Ой, папа. Папа. Настя. Доченька. Настя. Родной мой папочка. Я тебя чуть не потерял. А что с тобой? Где твои волосы? Какие волосы? Ну, твои. Ты же лысый. А, да, король-то лысый. А тебе не нравится? Нет, мне очень нравится. И прикид клевый, и ботинки. Все круто. Пап, спасибо тебе большое за сюрприз. Было так здорово. Спасибо, пап. Какой сюрприз? Ну как какой? Федор Иванович мне передал билет на все аттракционы. Сказал, что от тебя. Смотри. Ты чего, пап? Федор Иванович? Ну да. А это что за девочка? Здрасте. А это Лиза.
Лиза Еремеева. Хочешь, познакомлю? Еремеева? Ну да. Еремеева, нет. Ты чего, пап? Нет, пойдем все домой. Нормально? Да-да, мама заждалась. Пока, пойдем. Лиза. Петр Иванович, держись. Держись, дорогой. Он умрет? Ну ты же врач, скажи, он умрет или нет? Бисмиллахи рахмани рахим. Эйкаш намира. Только не умирай, слышишь? Слышишь? Только не умирай. Все, я побежала. Пока. Подожди, подожди. Я хотел тебя спросить. Где твой телефон? Ой, пап, я его, кажется, потеряла. Но я хотел тебе или маме позвонить, а смотрю, телефона нет. А ты маме позвонил? Да, я маме позвонил, да. Пап, блин, спасибо тебе большое за билет. Было реально круто. Настюш. Ну, я же тебя просил. Говори по-русски. Извини, было очень здорово. Так покатит? Маме привет передавай. Хорошо, пока. Пап, пап, ты чего, пап? Нормально все, пап? Что? Все нормально? Да, устал, наверное. День тяжелый. Не волнуйся, родная. Все хорошо. Пока. Подожди, куда ты? По щеку? А, прости. Позвони. Настя! Люблю. Вот я и говорю, Лидуш, ну подожди, Федор Иванович поправится, и мы с ним вместе приедем на могилку, и уже решим, что, как нам жить дальше. А она что? А что она? Она ждет. А вот и мы. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте, Федор Иванович. Ну, как вы тут? Ну, Федор Иванович, я, пожалуй, пойду. Мне пора. Выздоравливай. Ты заходи. Обязательно. Ага. До свидания. До свидания. Всего доброго. Федор Иванович, я машину помыл. Полироли прошелся. Теперь как новенькая. Сверкает, как бриллиант. Стоит, вас дожидается. Так что выздоравливайте скорее. Девчонку свою
На ней еще не катал. Как же без разрешения? Нет, конечно. Забыл, как ее зовут-то? Лиза. А что, мне можно? Можно. Если осторожно. Да смотри, столбы не пересчитай. И гаишникам не попадись. Загребут на штрафстоянку. Федор Иванович. Иди отсюда. Не мозоль глаза. Понял. Теперь будем кушать. Опять каша. Не опять, а снова. Очень полезно. Кашу есть не стану. Ну, как ребенок. Ну, перестань. Не буду я есть вашу таджикскую кашу. Меня от нее тошнит. Какой капризный. Я тебе сейчас эту кашу на голову вывалю. Я готовила. Ну, открывай рот. Вот. Молодец. Мадмуазель, карета подана. Ну как? Как обещал? Тогда. Прошу. Красивая. Вот. Так. Ну? Как там твоя свадьба-то? Какая свадьба? Ну, ты говорила, что через месяц замуж выходишь за этого мажора твоего на кабриолете. За Сашку, что ли? Так это мой брат. Хочешь, я тебя с ним познакомлю? Брат? Брат. Что ж ты мне голову-то морочишь? А хотела тебя уму-разуму поучить. Ну и помучить немного. Немного. Да я чуть с ума не сошел от таких шуток. Ладно, не обижайся. И давай сменим тему. Давай. Прошу. Спасибо. Ты представляешь, брату моему какие-то уроды машину краской облили. Да ты что? Во, не повезло.